Что же касается этих акций, то сегодня они впервые превысили отметку в $2000. И в случае, если ценные бумаги Amazon подорожают еще на $30, стоимость компании достигнет $1 триллиона. Сейчас единственной компанией в мире дороже триллиона является Apple. Производитель электроники перешагнул этот рубеж в начале августа. Акции Amazon дорожают второй день подряд после чрезвычайно оптимистичного предсказания Морган Стэнли. Аналитики банка повысили свой прогноз по акциям гиганта интернет-торговли с 1850 до $2500. Ранее основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Его личное состояние достигло 150 миллиардов долларов.